Всем привет, мои хорошие! На календаре у нас 1 января. Мы с мужем решили прогуляться по центру. Обещала вам показать наш красиво украшенный мост Ломоносова. Ну, а это площадь Ломоносова. Тоже немножечко по ней с вами погуляем. Красота, правда? Просто красота. На мой взгляд, это самый обалденно красивый. Вчера мы не дошли до Троицкого моста, там тоже была очень красивая подсветка. А сегодня такой морозец, я вам скажу, ребят, минус 8. Ну и, конечно же, логично, какой памятник мы можем здесь увидеть. Именно памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. Это на Академии русского балета имени Вагановой. Ну и так как у нас это Академия хореографического искусства, то мы видим здесь, пожалуйста, балерины. Вот такая вот красота. Это у нас улица Зодчего Росси. Сейчас мы с вами дойдем до Александрийского театра. Так выглядит Академия имени Вагановой. Сейчас поближе подойдем. Осенью, когда я здесь проходила, здание ремонтировалось, фасад, и, соответственно, все было в лесах, поэтому показать мне вам поближе не удалось. Но сейчас вот его отремонтировали, впереди виднеется Александрийский театр. Не мороз, ребят, холодно. Ветерок еще добавляет такой большей морозности. Сынок в скором времени пойдет у меня в театр по пушкинской такой карте. Для школьников, в общем-то, очень удобно. Это у нас Катькин садик. Впереди лисейский магазин. Подойдем, посмотрим, как его красиво украшает к Новому году. Вот, казалось бы, разница в один день. Но совсем другая атмосфера. Вот мне писали, да ты не там гуляла, нефиг было делать на Дворцовой, надо было идти на Невский. Я вас уверяю, что на Невском была такая же история. Потому что пьяные, даже сказать, бухие, неадекватные люди, их было везде и в огромном количестве. Запотели окна витрины. Ну, в принципе, все точно так же, как и было украшено в прошлом году. Ничего нового. Это у нас Малая Садовая. Я снимала для Ютуба в прошлом году. Ну, пройдем подальше, но я думаю, что будет все то же самое. В прошлом году тоже была композиция Щелкунчика. Мышки стояли в начале Малой Садовой. Там мышки, сейчас поближе подойдем. Шибко воспитанные люди, видите, похер. Абсолютно. Думаю, что вчера здесь все было загорожено именно по этой причине. Вот вам, пожалуйста. Еще потеряла мужа, пока бегала, ведь снимала. Ну, в принципе, все то же самое, как и в прошлом году. Запах глинтвейна. По-быстрому перекус на морозе. В общем-то, все это можно сделать дома. Ну, а для приезжих, конечно. Кажется, что все очень даже неплохо. А, вот и муж нашелся. Замерз. Вечера, все, никого не пускают.